Инокор – интернет-активное ориентирование. Заходим на сайт inocor.ru и вводим свою фамилию, имя, адрес электронной почты и учебное заведение. Регистрация завершена. Мы попадаем в личный кабинет, где можно выбрать один или несколько ближайших к дому парков. Нам осталось распечатать фотодистанцию, картосхему и отправиться в парк. Итак, вы находитесь в парке и держите в руках картосхему и лист с фотографиями, который мы называем фотодистанция. Ваша задача – ориентируясь на местности, побывать в 20 контрольных точках парка, которые обозначены на картосхеме кружочками. В каждой из точек необходимо найти объект, запечатленный на одной из фотографий на листе фотодистанции. Правильные ответы нужно записать на карте в табличку «Ответы». Когда вы побываете во всех контрольных точках и определите, где была сделана та или иная фотография, необходимо снова зайти в личный кабинет, ввести в систему ответы и узнать, правильно ли вы прошли дистанцию. Благодаря Инокору вы приобретете основные навыки ориентирования на местности, весело проведете время и найдете новых друзей. Ежемесячно мы будем проводить награждения самых активных участников Инокор. Спортсмены, прошедшие 5, 7 и 10 парков, получат ценные спортивные призы от наших спонсоров. Для этого мы каждые полгода обновляем картосхемы, делаем новые фотодистанции и добавляем новые парки. Заходи на сайт inocor.ru и участвуй в соревнованиях прямо сейчас.